А, он здесь. Сейчас она тебе нравится, верно? Значит, она твоя. Конечно, нравится. Я люблю ее. Но я же не знал, что она дочь криминального авторитета. Я запутался. Ты говорил, не твоя. Мне пришлось так сказать, когда ее отец чуть не узнал, что мы встречаемся. Каково тебе? Паршиво? Хорошо. Я так же себя чувствую! Это потому, что ты был в такой же ситуации, как и я сейчас. Но ты сдался. Догадываешься, к чему я клоню? Конечно. Я знал, что ты мне поможешь. Клавич Хайтек, полуавтоматический пистолет 9-го калибра. Игрушка, да? Согласен. М24, дробовик помповый. Магазин на 5 патронов. Послушай, у него до хрена людей. Нужно что-нибудь побольше. Но нам же не на охоту идти. О чем я говорю? Дало его. Это FN-2000 производства Бельгии. Делают все-таки вещи получше вафель. Прелесть. Но я уже вижу, вас диска не интересует. Положим его сюда. Перед вами 40-миллиметровый гранатомет «Милка». Слезоточивый газ, ДМ. Хипарею смирять? Вам не угодишь. Знаете что? Размер имеет значение. Давай побольше и помощнее. Итак, М134, мини-пулемет калибра 7,62. 6 стволов. Это голубка, мясорубка. Бойцы называют его дядюшкой Гаспачо или волшебный дракон. А есть что-нибудь с триметиленом? Ладно. Это кинетические ракеты с тепловым наведением со вторичным зарядом цикла триметилен-тринитрамина. Способна разворотить бункер. И следом тот, что под ним. Была бы еще чуть умнее, писала бы книги. Абсолютно элегантно, безупречно красиво. Я называю ее бывшей женой. Постой, ну я-то иду. За, возможно, будущий, а не бывший. Ну что, работаем? Вы хоть намекните, а то как сфинкс, я не понимаю. Заворачивай. Беру все.